В Асбесте завершился крупнейший региональный молодежный форум «Молодые лидеры Урала». В мероприятии приняли участие молодые люди со всего региона, которые хотят реализовать свои идеи и проекты на территории всего Уральского федерального округа. С 15 по 17 марта «Молодая гвардия» проводила один из крупнейших форумов этой весны «Молодые лидеры Урала». Молодежный форум собрал несколько сотен участников со всего Уральского федерального округа. Основной площадкой для проведения мероприятия стал лагерь «Заря». Лидеры Урала участвовали в мастер-классах, занимались разработкой различных социальных и политических проектов. «Молодые лидеры Урала» – это первый форум регионального масштаба. То есть до этого подобных форумов не было, вот который мы проводили, «Молодая гвардия». И мы думаем, что это будет не последний форум обязательно, и мы будем его проводить каждый год, потому что интерес большой. По итогу регистрации на форум было заявлено более 1100 регистраций на форум, и мы отобрали только вот 300. То есть вы понимаете, какая была конкуренция. Также в рамках форума во Дворце культуры прошло пленарное заседание, в котором приняли участие более 400 человек. Участники встречи обсуждают актуальные проблемы молодежи. Среди VIP-гостей мероприятия – заместитель председателя Координационного совета молодой гвардии Иван Дзюбан, а также лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Хорошая практика, что такого рода форумы проводятся в несколько дней. Есть возможность свободного общения, есть возможность, не торопясь, пообсуждать какие-то темы, сформулировать какие-то задачи, проблемы, программы набросать. Но и то, что они проводятся по разным территориям. Ребята порой не знают того, что происходит за пределами их небольшого муниципалитета. Здесь они обменяются, здесь они смотрят. Асбест – очень интересный город, очень интересные предприятия, очень интересная история, люди очень интересные. Очень отрадно, что сегодня мы на форуме «Молодой гвардии» лидеров Урала в открытом формате, открытом диалоге вместе с действующими политическими руководителями поговорили о проблемах молодежи, постарались уже на какие-то местные вопросы постарались решить, определили тренды. Ребята на форуме формируют стратегии, планы дальнейшей работы. Надеюсь, что наша беседа в формате диалога поможет им в дальнейшем стать политиками и сделать свою малую родину чуточку лучше, а самое главное – помочь решить проблемы, волнующие людей, проживающих на этой территории. «Молодые лидеры Урала» – это уникальная площадка для диалога активной молодежи. Здесь ребята обучают лидерским навыкам, реализации социально ориентированных проектов, организации массовых мероприятий. Мы старались построить образовательную программу таким образом, что люди, так сказать, в командах работают именно со своего города, обсуждая, создавая проекты, которые направлены на решение проблем этих муниципалитетов. И по результату всей образовательной учебы, то есть те ребята, которые прошли обучение, уже приезжают не только с готовыми проектами в свой регион, но уже и с готовой командой, так сказать, которые решали и создавали эти проекты. Молодежный форум длился на протяжении 3 дней. За это время участники показали себя в пленарных дискуссиях, дебатах, политических квестах, а также стратегических играх. По итогам форума каждая команда разработала свой проект, который реализует уже на территории своего муниципального образования. А в Свердловское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» им в этом поможет. Анастасия Сметанина, Максим Фетисов, новости АТВ.